Моє вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва. Вітаю нашу глядацьку аудиторію і нашого гостя. Сьогодні полковник Збройних сил України Роман Світан аналізуватиме театр бойових військових дій. Пане Романе, пане полковнику, доброго дня, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. А з чого почнемо? Ситуації по всій лінії фронту чи на щось особливо варто звернути увагу? Тим більше, що такі поважні гості нині в Києві, військова делегація одразу двох міністрів оборони на чолі з головою НАТО Єнсом Столтенбергом. На вашу думку, що все це означає, що відбувається? Скорее всего, это преддверие каких-то действий на линии фронта, причем последние штрихи перед этими действиями. Было несколько анонсаций наступательных, прорывных вопросов, которые будут в ближайшее время решаться и президент, и главком, и военно-политическое руководство, некоторые советники офиса, то есть эту информацию уже давали. Вот мы в преддверии каких-то наступательных действий, я так понимаю, принимаются, может быть, последние, то есть последние приготовления, ну а дальше какие-то для того, чтобы после выполнения действий согласовать правильные, грамотные одни заявления в информационном пространстве, ну или, по крайней мере, в одном ключе, чтобы они были. Я думаю, сейчас будут приниматься вот такие решения, как, куда и в какой последовательности, кто будет эти заявления делать. Но это, скорее всего, уже после того, как начнутся действия как таковые. У нас есть, если пробежаться по линии фронта, есть два направления, где в данный момент уже готовы условия для выполнения масштабных наступательных операций. Это район Работино от того же Новопрокоповки до Вербового и район Бахмута. Там также есть моменты, связанные с движением, таким глубоким движением наших вооруженных сил. Но район Бахмута – это освобождение самого Бахмута, то есть либо окружение, либо заход, в основном, скорее всего, с юга в Бахмут. Ну и подготовка к дальнейшим действиям уже в осенне-зимний период. Для этого, в принципе, министр обороны и приезжает для согласования такого рода позиций. А вы можете детализировать, вот именно под Вербовым, какие там наши перспективы нашего наступления? Кстати, надо сказать, я вот прежде чем мы перейдем к Вербовому, я хотела обратить внимание, что во время этого визита двух министров иностранных дел, как я уже сказала, да, и главы НАТО, значит, министр Кулеба делает вот такое заявление, он говорит, что у наших союзников, у американцев во время визита не было критических замечаний касательно контрнаступления, а навпаки, цитую, вони визнали, що українські військові здійснили абсолютно диво в тих умовах, в яких доводиться вести контрнаступальні дії. Ну, знаєте, всякий раз, коли я читаю про ці чудеса і в присутствии таких високих гостей, сразу возникает вопрос. Это такой эксперимент из цикла «справятся, не справятся». Вот мы могли бы рассчитывать на большую помощь, по вашему мнению? Ну, варианта просто два. Один вариант – наступать с завоеванием превосходства в воздухе, а второй вариант – наступать без такового. И второй вариант практически невыполним по всем канонам военного искусства. Без завоевания превосходства в воздухе нереально двигаться по земле. А вот это нереально у нас получается. Мы перешли в режим нашей, с одной стороны, активной обороны, то есть в режиме активной обороны на контратаках. И вот эти контратаки или атаки малыми тактическими группами с поддержкой техники, с огневой поддержкой, они принесли свой результат. И вот в течение 4 месяцев мы прогрызли, можно сказать, сплошную линию обороны. Сейчас вскрываем последний рубеж этой сплошной линии обороны. И вот как раз Вербовое – это последний рубеж. Даже не так Новопрокоповка, как именно Вербовое. Там мы уже работаем по окопам
этого последнего сплошного рубежа, ну и дальше выход южнее Вербового в сторону Токмака, опять же, не на сам Токмак, а чуть восточнее Токмака, на железную дорогу, он возможен так в ближайшее время, и потому, скорее всего, такие визиты, которые сейчас зачастили, они в преддверии такого рода действий, плюс, скорее всего, в ближайшее время мы получим, или, может быть, уже получили оружие, новое оружие, новые модификации вооружения, это могут быть и те же атакамсы, это могут быть для Хаймерсов ракеты М-26 в достаточном количестве, это кассетные ракеты, неуправляемые реактивные снаряды, которые мы давно просили, они могут быть у нас уже, потому что россияне уже жалуются от кассетников, которые долетают слишком глубоко. Потому, может быть, заходит какая-то партия вооружений, которая ранее оговаривалась, но не была дана в информационном поле, ее также надо будет поднять. Но вот то, что сейчас на данный момент видно, вот это последний рубеж сплошной линии обороны, после его вскрытия, подготовки к дальнейшему движению, он может быть таким вот приоритетом, по крайней мере, в переговорах дальнейших. Потому что здесь очень важно понимание поставок. Мы зависим полностью, сейчас на данный момент мы полностью зависим от поставок вооружения от наших партнеров. И надо на 100% быть уверенным, что эти поставки не остановятся, чтобы мы на полном ходу, так сказать, не уперлись в стену, вернее, даже еще хуже, когда нас просто дернут сзади эти недопоставки этой техники или боеприпасов, и мы на полном ходу будем вынуждены остановиться, а потом откатиться обратно. Это очень важно, потому что есть такие моменты, которые, если не уверен в движении, лучше их не начинать. И вот это, скорее всего, последние штрихи. Мы сейчас видим то, что слишком много внимания сейчас к этому наступлению. Хорошо, президент Зеленский говорит о наших успехах на Востоке. Давайте об этом поговорим, посмотрим на театр боевых действий здесь. И, конечно же, запорожское направление. Ну, запорожское мы уже проговорили по поводу Работина. Там есть еще один участок на стыке Запорожской и Донецкой области. Это Времевский выступ. Там, скорее всего, уже наши войска переходят в режим такой обороны. Выбрано одно направление движения, запорожское, вот то, о котором мы говорили по работе на сторону Токмака. А Времевский выступ, он сейчас он выравнивается, то есть там выравнивание фронта произошло. И, скорее всего, там боевые действия будут замораживаться, переходить в режим такой глубокой обороны, для того, чтобы можно было работать по одному направлению на Запорожском фронте. А вот Донецкое направление, то перспективное направление в районе Бахмута. И освобождение самого Бахмута, то есть левого берега Бахмутки, и движение, это на север, если двигаться от того места, где мы сейчас атакуем, от Клещеевки, Андреевки. А если двигаться на юг, в сторону Горловки, то это еще одно направление, которое может быть в ближайшее время открыто на Восточном фронте. И мы можем там двигаться в том числе и в дожди, в осенние дожди, когда, в принципе, по Донбассу, по полям, по посадкам двигаться практически невозможно, то в Горловку, в агломерацию можно заходить и выполнять боевые действия. Тем более это высоты. Над Горловкой Торецк, мы контролируем Торецк, и в принципе с этих высот можем дальше двигаться в саму Горловку, а уже исходя из задач можно будет потом и растекаться со стороны Горловки по высотам и в сторону Попасной, и на Дебальцево, на Донецк, то есть это такое открытие нового направления. Опять же, оно должно быть согласовано с нашими партнерами, так как движение в городских постройках также ведет к большому расходу боеприпасов, потому нужны обязательно контакты и подтверждение поставок, иначе нет смысла просто двигаться. Потому здесь мы сейчас, еще раз повторюсь, полностью зависим, то есть принятие решения на движение дальнейшее полностью зависит от наших партнеров, от подтверждения движения боеприпасов.
Роман Григорьевич, вы предположили, что наши партнеры, в частности, министры иностранных дел Британии и Франции и во главе с главой НАТО, прибыли не просто так. Это означает, что нельзя исключать того, что какая-то обещанная военная техника будет. В связи с чем? Вот этот, кстати, не объявленный, не анонсируемый визит, ему предшествовала сегодняшняя ночная атака, ночной налет шахедов, который считается самой массированной атакой дронами по Украине в сентябре. Выпущено было 44 беспилотника, из которых 34, как вы уже знаете, сбито. Удары были направлены по Николаевской, Одесской, Кировоградской областям. Как вы считаете, вот если мы предположить, что речь идет о каких-то поставках вооружения, насколько эффективны, вот мы очень часто говорим с вами про F-16, если они уже здесь или все готово для того, чтобы они здесь были, а наши пилоты, как мы знаем, обучение уже, многие из них прошли, а некоторые проходят. Насколько эффективны будут F-16 против шахедов? Ну, F-16, он оборудован авионикой и локаторами, которые могут видеть на фоне земли. Это очень важно. Шахеды идут на предельно малых высотах. Вывести на шахед офицер боевого управления, если он его видит на экране локатора, летчика может даже на нашей технике, которая сейчас у нас есть, но летчик сам должен вступить, так сказать, в визуальный контакт. Летчик должен увидеть шахед и после этого только может выполнить определенные действия. Или в основном это пушка, то есть сбить шахед с помощью стрелкового на самолет. Либо ракета, в основном тепловая, то есть с тепловой головкой самонаведения, если произведен захват. Но это можно сделать в дневное время, когда видимость есть. А вот в ночное время наши самолеты очень-очень-очень сложно вывести на шахет и установить визуальный контакт. А вот F-16 из-за того, что у него локатор на фоне земли видит, он может, в принципе, выводиться и на удар уже по своему локатору. То есть офицер боевого управления сильно, в принципе, не нужен. И летчик может сам выйти на шахет и его уничтожить и с помощью и визуального контакта, если это получится, нет, так с помощью локатора, с помощью ракет малой дальности, которые есть на борту F-16. Поэтому однозначно F-16 будет очень эффективен против шахедов. Тем более летчик может за один полет может несколько шахедов уничтожить одномоментно, если они идут, допустим, в группой, то есть группу один летчик, один, а скорее всего всегда пара работает, то есть пара летчиков на F-16 может всю группу, там 10-15 шахедов уничтожить за один вылет. Атаки на Крым, насколько вы считаете их эффективными? Давайте поговорим про поврежденную подводную лодку Ростов-на-Дону. И вообще, как вы считаете, вот перспектива моста в Крыму, вот насколько можно говорить, что дни его сочтены? Эта атака на Крым, она началась еще месяц назад, когда Главное управление разведки проводило операцию по зачистке вышек Бойко от механизмов слежения и систем радиоэлектронной борьбы российских, которые там были расположены. Мы убрали глаза и уши россиян, которые были расположены западнее Крыма, и после этого начались атаки на Крым, причем атаки сначала по ПВО. ИС-400 были уничтожены, и система дальней загоризонтного контроля, так называемая, есть у них там РЛС-ки, и были удары нанесены по полкам радиотехнической разведки, то есть по РТС российскому. Это все по западному берегу Крыма, а потом пошли удары уже и по заводу Орджоникидзе. Там мы повредили подводную лодку и большой десантный корабль. А потом удары по запасному командному пункту и по штабу Черноморского флота российской армии. То есть такие комплексные удары, это из того, что было ярко видно в информационном поле, хотя параллельно шли удары по местам скопления россиян, по складам, по местам рассредоточения, там также эти моменты были. То есть это целая операция, которая проводится, она до сих пор проводится по завоеванию господства в воздухе. Она так называется, именно с завоевания господства в воздухе начинается любая наземная операция. Без
полного уничтожения ПВО противника, выполнять какие-то задачи по Крыму наземные практически невозможно. А вот после уничтожения ПВО туда могут заходить самолеты или ракеты, которые могут работать и в том числе и по Крымскому мосту, Керченскому мосту. Крымский мост, он в Москве, Керченский мост. И вот для того, чтобы подойти к Керченскому мосту, надо сбросить ракеты, те, которые у нас есть. У нас дальность ракет 250 километров, операционная дальность. Это и Storm Shadow, и Scalp. Для того, чтобы в 250 километров уложиться, это самолеты должны подойти ближе к Крыму с западной части, то есть северо-западной акватории Черного моря. А это значит, надо зачистить ПВО по западному берегу Крыма для того, чтобы самолеты могли работать по Керченскому мосту. К этому сейчас все идет. Идет зачистка западной части Крыма, центральной части. Когда дойдем еще и до уничтожения ПВО в районе того же Керченского моста, то можно будет уже тогда работать по Крыму и непосредственно тех даже самолетов, которые у нас есть. Старые советские Су-25, Су-24, Су-27, МиГ-29, по большому счету, если ПВО будет потушено, они могут непосредственно работать в Крыму. Боевой радиус позволяет всех этих самолетов выйти на Крым, отработать и вернуться обратно на базовый аэродром. Роман Григорьевич, я вот вижу, что по результатам встречи Столтенберга и Зеленского речь шла, по всей видимости, и про усиление ПВО. Какие регионы наиболее сейчас нуждаются в усилении ПВО, в усилении этой защиты? У нас все регионы нуждаются. Тут нельзя выделить какой-то. Даже Киев, который вроде как и закрыт многошеренговой обороной, но он нуждается в усилении по обороны по периметру города, потому что оборона все-таки самого города подразумевает то, что ракета может зайти на город, будет сбита над городом, но она упадет на постройки, может и повредить, и принести много неприятностей нашим украинцам, нашим киевлянам. Потому даже Киев, также он надо его окольцовывать, то есть такая кольцевая система ПВО должна быть для того, чтобы ракету можно было в полях сбивать на подходе к городу. И юг, центр страны, да и запад нашей страны сейчас также подвержен ударам. Вот последнее время есть информация о том, что только начинают или, по крайней мере, пытаются увеличить количество мобильных групп. Это надо было сделать еще в прошлом году, как минимум осенью. Запад нашей страны чуть в этом смысле опаздывает. Потому, в принципе, вся территория Украины, она нуждается в усилении плотности противовоздушной обороны, то есть количество зенитно-ракетных комплексов для выполнения задач прикрытия. Но и большая проблема в зенитно-ракетных комплексах противобаллистических, которых у нас раз-два и обчелся, по большому счету, там Патриот, СМТ, они только могут перехватывать баллистические ракеты, но радиусы работы комплекса там до 40 километров. То есть, ну, какой-то объект он может и накроет, город большой, но, по крайней мере, до страны, чтобы полностью накрыть от баллисты, очень далеко. А у россиян баллистические ракеты типа кинжалов, они могут до любой точки Украины достать. Потому здесь у нас еще работать и работать по поводу ПВО. Потому если Столтенберг нам поможет в этом, если как-то будет принято решение о переброске или прикрытии на некоторых участков, либо подключении, допустим, подключении тех же румынских ПВО для того, чтобы прикрывать южную границу наших рубежей, то есть ту же Одессу, южнее, юго-западнее побережье Одессы. А румыны могут доставать те же Патриоты, которые будут размещены ближе к границе румыно-украинской. То есть они могут доставать до Одессы, даже могут, в принципе, Одессу прикрывать по некоторым позициям. Есть моменты, связанные с системами дальнего радиолокационного обнаружения. Это система АВАКС, которых в достаточном количестве НАТО имеет на наших границах. И, в принципе, использовать системы АВАКС для дальнего раннего радиолокационного обнаружения воздушных и морских целей встраивается в общую систему
в информации, для нас это было бы очень важно. Я думаю, если на это было направлен приезд Столтенберга, то, конечно, тут надо всячески этому способствовать. Роман Григорьевич, а ведь на самом деле вот тут было несколько вариантов борьбы с российским агрессором. Да? Можно было каким-то образом попытаться устранить Россию, которая превратилась в мировую террористическую группировку, или, конечно же, взять курс на вооружение. Ну вот НАТО принимает решение вооружаться. НАТО говорит, представители НАТО говорят о том, что НАТО теперь будет производить еще больше оружия для Украины. На фоне такой важной встречи двух министров и главы альянса с президентом Зеленским в Кремль немедленно вызывается Кадыров. Вот Путин, значит, встречается с Кадыровым, и после этой встречи, по результатам, по всей видимости, этой встречи будет большая пресс-конференция, анонсируется сегодня Путина, которая, внимание, я цитирую, ответит на множество вопросов. У нас только один вопрос к институтам, которые призваны были гарантировать нашу безопасность. Когда будет устранен этот военный преступник, как вы полагаете, вот что он может сказать? Тем более, что на фоне появившейся вчера новости о том, что якобы там Сурков, главный идеолог в прошлом Кремля и ответственный за украинское направление, он анонсирует создание нового союза. Союза с Белоруссией и Украиной уже явно не получится. Об Украину Россия обломала зубы, как мы видим, и продолжает, как в этом анекдоте про ежиков, и продолжает, значит, утюжить наши города. Но, тем не менее, вы допускаете такое развитие событий? Вот, кстати, президент Зеленский тоже об этом говорил. Когда мы подойдем к границам Крыма, то возможен переговорный процесс. Можно ли о чем-либо разговаривать с Россией? Не будет ли это стратегической ошибкой президента Зеленского? Контакт с врагом, пока он находится на нашей территории, может быть только огневым. Любой другой контакт – это госизмена в чистом виде, причем даже в Уголовном кодексе 111 статья, скорее всего, уже даже часть третья, потому что слишком много украинцев погибло, это с отягчающими, это пожизненное с полной конфискацией. Потому если президент пойдет на пожизненное, то может контактить с кем угодно. Но реально контакт с россиянами может быть только огневым. Пока последний россиянин с оружием не будет уничтожен на нашей территории, пока последний россиянин без оружия не будет депортирован с нашей территории, не о чем разговаривать с этой империей, неважно, кто ее представляет, Кадыров, Путин, Сурков, кто бы угодно. Это империя захватническая, и с захватчиками, а это еще и террористы в чистом виде, еще и геноцид украинского народа, который сейчас доказывается уже в судах. То есть целый набор, весь набор фашистующий такой а-ля Гитлер в империи. И вот смысла нет никакого в контактах как таковых. Любая остановка боевых действий, она приведет к усилению империи и дальнейшей эскалации и военной эскалации. Потому смысла абсолютно никакого нет. Я не думаю, что президент Зеленский самоубийца в этом смысле, потому что слишком много, вернее, весь народ и вся армия, это уже единое целое, народ и армия сейчас это единое целое. Все мы понимаем, как должна закончиться наша война с Российской империей. Российская империя должна распасться. А смысл вообще разговаривать с кем-либо из представителей или контактировать даже уже после выдворения россиян, уничтожения, нет никакого смысла с ними контактировать. Они будут распадаться. Они пока не распадутся, это наши враги. И именно имперскость россиян привела к тому, что мы потеряли жизни сотен тысяч украинцев. Именно имперскость. Потому нам надо как раз с этой империей бороться до полного ее распада. А смысл с ними переговариваться, если они будут распадаться? Сейчас ни у кого ж нет идеи заключать договора с Советским Союзом. Почему? Да потому что его нет. А сейчас нет идеи заключать договора даже с так называемой республикой Нагорного Карабаха. Почему? Потому что с 1 января ее не станет даже уже в официальном
заявление. Потому смысл вообще, то есть когда нет логики, нет смысла, зачем тогда это делать? И я не думаю, что наше военное политическое руководство даже в мыслях это как-то проигрывает. Роман Григорьевич, а означает ли это, что вот это событие, да, связанное с Нагорным Карабахом, и мы, как мы знаем, спецслужбы Азербайджана даже уже руководство Нагорного Карабаха арестовало, означает ли это, что начинается процесс демонтажа инициируемых Россией вот этих очагов нестабильности? Теперь, значит, у нас есть еще Грузия и Молдова, не будем забывать. И как вы считаете, если эти процессы каким-то образом были инициированы нашими союзниками, то как быстро мы увидим развитие этих событий? И что касается публикации Guardian о том, что Украина якобы уговаривала союзников нанести удар по заводам, производящим беспилотники в Иране и Сирии, допускаете ли вы вероятность того, что Россия может заключить контракт на поставку ракет с Ирана? Ну, в Нагорном Карабахе не все так просто. Это Россия участвовала в сливе Армении, она до сих пор участвует. Они продали Армению, продали Народный Карабах, создали 30 лет назад там проблему, подставили армян Народного Карабаха, подставили конкретно на военные действия с Азербайджаном, прекрасно понимая, что территория Карабаха – это территория Азербайджана. И здесь уже без проблем. Если бы не лезли россияне туда, не эту тему не кочегарили тогда еще 30 лет назад, то жили бы армяне сейчас на территории Карабаха и в составе Азербайджанской республики, и никто бы никаких бы проблем бы не знал. Вот создали там, где появляются россияне, там возникают проблемы, а потом они их продают. Они эту проблему просто продали, они участвуют сейчас в сливе Карабаха, если так можно сказать, Азербайджану. Именно сами россияне участвуют. Они поставили марионеточное правительство в самом Карабахе. После этого оно приняло решение о самоуничтожении, будем так говорить. Поэтому не так все линейно, как в информационном поле это все показывается. То этот слив продолжается. Россияне слили Народный Карабах, россияне сейчас сливают Армению, потому что там еще вопрос Зангезурского коридора остается, причем армяне сейчас могут его потерять, потому что россияне как раз очень сильно заинтересованы в том, чтобы он образовался. То есть это часть Армении, хотят тоже контролировать под контролем Турции и Азербайджана для того, чтобы по этому коридору можно было перебрасывать грузы, российские в том числе. Там не все так просто, как это кажется, с одной стороны. Потому, но, тем не менее, сам процесс уже пошел. Как бы он там ни был, какие там рычаги внутренние были, но сам процесс пошел в восстановление территориальной целостности тех государств постсоветских, в которые в свое время в свои 3 копейки вставила Россия. Это вот Нагорный Карабах. Следом это будет Украина, потом, скорее всего, Приднестровье, так называемое, потом, естественно, Грузия восстановит свою территориальную целостность. И, может быть, параллельно с этим восстановится уже территориальная принадлежность Калининградской, Кенигсберга, я бы так сказал, Калининградской области России, скорее всего, также будет восстановлена и его первоначальная принадлежность. Там страны Балтии и Польша разберутся с Германией вместе. Уже Кенигсбергом это все называется. И я думаю, эти вопросы, то есть тема эта пошла, двинулась. Мы будем однозначно помогать. То, что вы говорили по поводу наших заявлений по уничтожению производства, любых производств. Это просто кое-что вышло в информационное поле, а реально любое военное производство, которая производит военные товары, которые потом попадают и начинают нас убивать на территории Украины, мы вправе его уничтожить, где бы оно ни находилось. Вот в Иране, в Сирии, в Таджикистане. Вот взрыв сегодня был, в течение суток был в Ташкенте, в Узбекистане. Там одна слишком хитро сделанная авиационная компания узбекская
всякие непотребы, такие, я бы мягко сказал, которые очень громко взрываются, перебрасывала через Узбекистан, через Ташкент, с Ирана в Россию. И вот склад этого взрывчатого вещества, мягко так скажем, а скорее всего каких-то изделий, которые с Ирана заходят в Россию, вот взорвался сегодня. Можно сказать, слава вооруженным силам Украины и центральной ЦРУ Соединенных Штатов. И так можно говорить. То есть эти уже процессы, они уже идут. И будут они взрываться по всему миру, все эти производства, склады. Все, что едет в Украину, оно будет уничтожаться там, где оно производится. Тут вопрос дальше, если пойдут дальше наша разведка. У нас сейчас разведка круче Моссада, кто бы что ни говорил. Реально, наши и служба внешней разведки, главное управление разведки, контрразведка, СБУ, силы спецоперации, они работают по всему миру и в конце концов доберутся даже до тех компаний, которые производят элементную базу, которую используют россияне. И где бы ни эти компании ни находились, начиная от Тайваня и заканчивая теми же Соединенными Штатами, по кругу, хоть в одну сторону, хоть в другую. То есть каждая запчасть, которая есть в иранском шахеде, если она где бы она не произведена, она ведет к производителю, и кто бы он ни был, эти заводы по производству этих элементной базы могут быть уничтожены, так как они являются легальными военными целями. Ну а дальше, я думаю, эти все моменты будут уже решаться на уровне наших правительств, государств и военных, которые будут участвовать. То есть недаром последняя военная ставка с участием президента начинается как раз с отчета именно разведки, когда заслушиваются, да, отчеты нашей разведки, это все неспроста. Так и есть, да, работает разведка. Сейчас все четыре наших разведслужбы, те, которые, по крайней мере, на слуху, потому что есть примерно еще столько же закрытых разведорганов, которые также работают. То есть эти моменты уже начали решать. Вот обратите внимание на взрыв в Ташкенте. Вот это работа в том числе разведсообщества. Какого и чьего, это, конечно, вопрос. Но именно так работают разведки по уничтожению потоков военных грузов. Роман Григорьевич, я хочу ваше внимание обратить еще на заявление министра Шойгу о завершении войны, о готовности воевать до 2025 года. А что так? Что вот для кого это сообщение? Нет, тут, да, ты, очень много этих вопросов идет, много этому внимания. А если реально, то есть сейчас в любом Министерстве обороны включаются механизмы планирования следующего года, 2024. И Шойгу конкретно сказал, что планировать, ну, если перефразировать с военного или наоборот с гражданского на военный, то есть он поставил задачу планировать боевые действия на 2024 год. Что такое до 25-го? Это до 31 декабря 2024 или до 1 января 2025 года. То есть это задача на планирование, финансовое планирование 2024 года в режиме войны. Мы также самопланируем, можем об этом говорить, можем нет, но мы планируем весь 2024 год воевать с Россией, и эти планы есть, и они не всегда озвучиваются, ну, это и понятно, и так понятно. Роман Григорьевич, я думала, что мы планируем праздновать победу к концу этого года. К концу этого года точно нет, не получится уже, потому что нет самолетов, нет дальних ракет, даже если они завтра придут, мы уже просто по срокам не успеваем, есть определенные темпы проведения военных действий, потому в этом году мы победу точно праздновать не будем. Победа для нас минимальная, есть минимальная, максимальная. Минимальная победа – это то, что можно праздновать, это выход на госграницу. Выход на госграницу, уничтожение последнего россиянина, с оружием. Вот когда он будет последний россиянин с оружием уничтожен на нашей территории, выйдем на госграницу, вот это можно праздновать. Это, скорее всего, будет только через год, исходя из тех темпов поставки обещанной техники и правил ведения войны. Где-то на сентябре следующего года будем праздновать эту победу. А уже максимальную победу будем праздновать лет через 10 после полного развала Российской империи. Тут вариантов других нет. Пока мы ее не развалим, пока она не развалится на составляющие ее национальные кластеры, а именно национальные кластеры будут таким механизмом развала империи,
пока нам придется держать, по крайней мере, восточные наши границы в таком полувоенном или военном положении. Роман Світан, спасибо огромное. Пане полковнику, дякую за можливість почути вашу точку зору і дякую нашій глядацькій аудиторії за увагу і довіру до нашого каналу. До нових зустрічей, до побачення. До свидания.